27 апреля из-за сильного ветра в микрорайоне Нерпа на здании котельной согнулась дымовая труба. Как сообщают в администрации поселения, из-за происшествия работа котельной была остановлена на несколько часов. Сотрудники Примтеплоэнерго быстро отреагировали на ситуацию, и через несколько часов теплоснабжение в Нерпе было восстановлено. Сегодня ночью произошло обрушение трубы на котельной в микрорайоне Нерпа. Нормативное время отопления восстановлено, оно присутствует сейчас во всех домах микрорайона. И Примтепло по завершению отопительного зимнего периода приступит к ремонту трубы.